Почувствовал себя миллионером, как говорится, и про игроком сразу в двух шкурах. Что? Голду давай! Я понял. Я вообще не понимаю, что происходит. Мы весь день просто не могли записать только ради этой одной легендарной катки. Итак, братва, всем квакайо. Сегодня с нами Рикардик. Братик, ты тут? Здоровики всем, кай! О, найс. Ой, ты пропал, у тебя интернет пропал опять. 2000 years later. Меня слышно? Да, я думаю, ты опять пропал с концами. Да не, я же поздоровался. Будем считать, что все было нормально. Собственно, для чего я тебя позвал? Сегодня ты будешь мне скидывать самые дорогие свои скины, которые там под 50 тысяч, по 100 тысяч голды стоят. И я знаю, у тебя такие есть. Можешь сказать, какие у тебя есть скины? Ты что, с ума сошел? У меня таких скинов нету, ты че? Не, у тебя есть 100% ПВМ В2, который я тебе недавно отдал. Скажи, какие у тебя скины есть? USP Genesis еще есть. О, найс. Есть еще у меня Акер Карбон. Это пойдет? Не, фигня фауны. Объясняю, в чем суть. Тебе надо будет скидывать мне самые дорогие скины, и я буду притворяться миллионером, буду троллить игроков, типа, с дорогими скинами, они будут офигевать, типа, а что за чел с такими дорогими скинами, а я буду говорить, что я миллионер, и буду раздавать голду им, буду просить их какие-то задания выполнять в онлайне. Пытаться троллинги делать на голду, и это будет вообще разнос, полное чувство. Инва! Дай мне голды. Не-не-не. А, знаешь, что нам главное сейчас? Нам сейчас с тобой надо поставить ник какой-нибудь миллионеров, типа. Дарю голду. Я миллионер. Ты поставил, надеюсь, ник и летим в каточку. Так, ну что, Рик, стартует каточка, поэтому тебе сразу надо мне выдать какой-нибудь скинчик для того, чтобы пацаны поверили, что я богатый миллионер и готов дарить голду всем. У меня есть такой скин, хочешь посмотреть? Стой, а это сколько стоит? Это 20 тысяч? Я не этот хотел тебе дать, вот это держи, это дороже. Найс, ты сканер, конечно. Опа! Все, я всем показал свой USB Genesis, они должны сейчас понять, что я слишком жесткий донатер. Я выехал, слышишь? Мне надо добивать срочно всех. Смотрим на их реакцию, смотрим их первую реакцию, что они напишут. Кик, я миллионер. Найс. Так, у тебя есть что? Сразу кинь мне какой-нибудь еще скин. Кому голды? Знаешь, что жестко есть? Вот этот жестко. А что за фигня? Я думал, у тебя еще жестче что-нибудь будет. Ну извините, пока что денег нету. Этот плейтон двое попомнит, ты где там? Я юсп свой показываю, забей. Я хвастаюсь юспиком. А, ты юспик показываешь свой? Ах, ты ж юспиком. Несу, я выехал, чекай. Так давай быстрее вин чай. Это апплент? А, чё? Не понял. А чё у нас трое осталось? Чё за фигня? А я не понимаю, что происходит сейчас. Я тоже. Чекай, вот так делаем. Ты видел? Он поймал мой дробаш. Боже, я такой гениальный мув взял. Он поймал мой дробашек и не смог стрелять из-за этого. Это жесть. Кто возьмет меня на нож, тому голда. Стой, кто софт? А кто софт? Подожди. У нас иди девелопер, администратор, это настоящий аксель. А, это читер, походу. А. В смысле, у нас же, ну, айдишник-то. Девелопер, чё это такое? Я первый раз такое вижу, это реально такой чит есть? Ну, походу, да, который меняет айдишники. Неплохо. Ну, типа, если ты заходишь в профиль, там его настоящий айди, а в лобби показывает не настоящий. Блин, если это читер, надо кикать 100%. Всё, кикаем. Ну, да, кикаем. Только им надо написать, если хотите голду, не кикайте у вас людей. Делаем просто благородные поступки, чтобы они реально просто так людей не кикали. Мы кикаем чатака за дело. А, пацаны, не кикайте никогда в катках просто так людей. Ты мне скинул авик? Блин, бабофин, я случайно. Как так? Да сори, я заболтал, сори. Ладно, мне придется с М40 играть. Блин, надеюсь, они не спалят меня по М40, что что-то не так. Да, не думаю. Что, тут АКР с двумя патронами? Где? Покажи. Я прибежал к тебе. Это ты сладкая фея, да? Это я сладкая фея, а как ты узнал? Я за тебя кваску обязан выпить. У меня снова нету денег. Блин, ну как так? У тебя что, реально? У тебя что, кроме авика ничего нету? У тебя же был еще какие-то дорогие скины. Так у меня за теров все скинчики. А, точно, там же все самые дорогие скины за теров, я забыл. Да. Придется пока тащить с юспиком, генезисом, чтоб они знали, что реально. Мы нереальные донатеры. Кто на нож берет, тому отдаю, как говорится. Их там много? О, я близко! Хорош! Сьюспа! Да я тебе отвечаю, скины вот эти просто, они дают какой-то прирост скилла, ты видишь? Почти хедшот минус 15 хп, конечно.
А, неплохо, мы 3-5 сейчас будем тащить, без читера, причем. Мы мало того, что притворяемся миллионерами, мы еще притворяемся проигроками с тобой. Ну, точнее, я один притворяюсь, а ты по факту и есть миллионер, который отдает мне скины. Не забудь сейчас ави купить. Все, деньги есть, 5500 чекай, все, сейчас точно ровно ави. Чекай, сейчас я им напишу, идите на мид мир, покажу скины. Я пошел, надеюсь, меня не перехватят, пока я иду на мид. Никто не пришел на сходку. Ладно, придется им в спину заходить сейчас. Двое, ты зашел, план. Чек, я показываю прыжок веры. Лучше покажи прыжок килов. Как ты такое? Я тебе говорю, со скинами просто... Дорогими... Все летит, ты видишь это? Нет. А, ты не видел этого? Ты этого не видел, реально? Они могли мне на нож, взять и заутать голду, они не смогли этого. Забил? Ты бы видел, как я килы даю. С прыжка, что ли, повесил? Я с прыжка просто, с прыжка смерти просто прыгаю и с авика попадаю. Да это, может быть, дропнешь мне что-то? А, у тебя эмка же дорогая есть вроде. Так она не сильно дорогая. Короче, я буду своим юспом играть, пока это первая половина. А мне как мне что-то дропнуть, спасибо. На, извиняюсь, возьми, в честь такого. О, так у меня такая же эмка, если что. Так, окей. Выживаем пока что максимально. А, минус 80. Как же им везет? Последняя пулька не залетает. Это у тебя есть что-нибудь по закупу? Братишка, у меня есть. А то, что надо. Они мне до сих пор на нож не взяли, я не знаю. Им, походу, до голда сегодня не достанется. Да, походу. Челики вообще психи. Они хотят жестко выиграть ММР вместо голды. Ой-ой-ой, что происходит у нас? Что происходит, корень зуба? Нифига себе, чисто корнишон. Опа. Наверху. О, нифига, он полетел красиво. А, нифига, они там чел говорит, что я богатый. Вам точно не нужна голда? У меня ее много. Хорош, добрый. Не надо никого кикать, они что там собрались кикать, что ли? Нет. Осуждаем только. Ой-ой, что я творю просто? Нет, я тебе отвечаю, со скинами это вообще другой уровень игры. Когда такие дорогие скины в руках, это знаешь, как будто у тебя читы в руках. Я не понимаю, все залетает просто идеально. Это... Ну ты видишь просто, ну... Ты прикинь, мы 3-5 сейчас мы выиграем, ты представляешь это? Мы просто тащим жестко. Так, срочно пистолетку надо выиграть. О, ты мне сейчас релик дропнешь, мы сейчас еще им релик покажем. Эй, релик лежит, ты куда пошел, мужик? Что за фигня? А что у меня обычный? Так вот. А, там чел ливнул, понял. За такое мы не прощаем. Просто ливнул, ты прикинь. А, все, я иду за ним, я выехал. А, он просто стоит, я понял. Так ты, может быть, его... Что? А я хотел его пощадить, но он не хочет дружить, походу, со мной. Вы вообще хотите взять меня на нож? У меня голда для вас приготовлена. А, они не хотят, они просто не хотят голду, они... А, кстати, быстрее закупи мне что-нибудь. Быстрее, лезеры! Веймспорт! Быстрее что-нибудь вообще. Найс, ну он красивый, кстати. Я не думал, что он такой красивый. Это, по-моему, единственная рарка, которая стоит своих денег. Боже ты мой. Пока я заговорю, меня уже в спину уничтожают. Ой, слышу, что ты новый тренер, что ли? Осуждаю. Мага, ты что тут делаешь? О, сзади он слышит. Как он не понимает, что за ним бегут. Это пранк над противником был, понимаешь? Что происходит в этой кадочке? Я думаю, сегодня мы уже не запишем видос из-за того, что весь день сверлил сосед. И мы заходим сейчас с первой каточки вечером, когда он успокоился, и у нас просто такая катка легендарная. Вот ты представляешь? Мы весь день просто не могли записать только ради этой одной легендарной катки. Это очень легендарно. Чекай, какой легендарный скинчик. Уф, я полетел в честь такого. Да, лети. Говню, который не скидывает. Нет! Живу. Выжил. Спасайся, я ноускопом покажу. Уху, как же летит. Не, я, пацаны, я всем советую когда-нибудь в жизни хоть раз попробовать поиграть с самыми дорогими скинами. С ними, я не знаю, как будто все залетает, все магнитится к противнику. Хоть ты будешь в прыжке, хоть ты ноускопом будешь стрелять, все залетает, реально. Я это только сейчас на своей шкуре проверил, пацаны. Почувствовал себя миллионером, как говорится, и проигроком сразу в двух шкурах. Что? Просто. Что? Я не знаю, я все с ноускопами стреляю. Посмотри на мой счет. Это учитывая то, что мы первую половину 3-5 играли. Боже мой. Ножи мид. О, гоу. Мы им еще авик свой скинем. Так, берем ножи, идем на мид, аккуратненько. Давай. Я им скину авик. Чекай. Они в шоке просто. Вон. Чекай, идет, осматривает. Скриншоты делает, смотри. Надеюсь, мага затащат. Хорош. Прикинь, это...
Ух, нифига там, это он за авиком спрятался, ты видел это? Да. Не, я за такую катку легендарную кваску выпью. Оп, первый полетел. Ой-ой, последний остался, мы что, реально выиграем? Я не верил до последнего, не верил, если честно. Я думаю, мы бы против пятерых, наверное, затащили бы. Не, ну просто это удивительно, что мы так жестко тащим, но, конечно, я понимаю, в чем дело. Это просто, когда мне дорогие скины достаются в руки, я сразу какой-то третий скилл подрубаю, который просто магнитит патроны к противнику. Они решили в конце кикнуть еще, да? Я им просто хотел голду подарить, хотя бы не за то, что они на нож взяли, а за то, что они хотя бы не кикали своих тиммейтов. Они просто берут и всех кикают. Ну, как мне с такими, блин, как таким голду можно давать, пацаны? Я осуждаю кики. Осуждаем, просто максимально. Го! А чё он тут был слева? Он слева был. Забей, я вообще не понимаю, что происходит. То они берут, нас убивают, когда мы с ножами на них идем, то они, типа, бегают с ножами, когда... А, они кикнули еще одного, забей. Голду давай! Я понял. Я им сказал, что если вы не кикните, я вам дам голду. А, я тебя зарезал. Блин, ну, окей. Я дам голду. За то, что он зарезал, да, я свои условия выполню. Я ему дам голду в конце каточки. Гол в ДС. Все, теперь можно тащить. Мы договорились вроде с ними в ДС пойти. После каточки проверим их. Спросим почему. Опа, тихо. Возьми Алик, дружище. Просто вкинулся, и он коньячок. Опа, окружай. Давай. Найс. Окружаем его, давай. А, стой, мы сейчас стрельем раунд, быстро. А, время! Боже, что мы делаем? Один на лагу! Я успел. Да блин! Я не успел. Все, выигрываем, пора выигрывать. Они сейчас слишком много ММР залутают за то, что мы слили этот раунд. Не-не-не, все, хватит, пора их уничтожить. Сэм-40 сейчас последние киллы сделаю, чтобы они поняли, может быть, в чем дело. Может, они догадаются, что я... Непростой игрок. Сэм-40 монстр, статрек. Окей, но я пойду его все-таки разнесу. Надеюсь, он меня не залутает за такое. Я думаю, он тебя залутает за такое. Откуда? Покажи, он в шоке, Сэм-40 монстр. То есть ему пофиг было на АВМ, В2. А монстр, знаешь, он легендарный. Опа, давайте допишем, выходите мид на честный бой. Сольете сразу и пойдем в ДС. Все, пора заканчивать. Я сейчас дешевенького стимчика просто закончу. Забей, они не дают. Пацаны, пожалуйста, затащите. У меня без дорогих скинов вообще что-то в этой катке не летит. Ой, найс, все отлично. О, неплохо. Плюс 20, нормально. Офигеть, все, пацаны, летим, короче, в дискордик и донатить голду пацанам. Короче, я надеюсь, если у них получится в дискорд сами зайти, мы зайдем с ними в дискорд, если нет, то просто задоню голду этому человеку, который меня с ножика взял. Все. Че, заходим на счет 3? Давай, раз, два, три, смотрим на их реакцию. Алло, мужики, готовы получать голду? Да, готовы. А вы нас осознали, или вы думаете, что мы миллионеры? Ты Пародевич или кто? Так, мужики, оплата прошла, надеюсь, вам уже сейчас придет голда, надо ждать 5 минуточек где-то. Окей. Какие 5 минут, там меньше минут. Ну что, братва, на этом видосик подошел к концу, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, также на канал Рика, потому что реально за такие старания, за его скинчики надо реально завозить лайки, подписочки. И всем на этом пока, до следующего видосика. Пока-пока!